Неужели? А вот тебе и все. Неужели мы приплыли? Приплыли. Ах ты, Ефросете, Саша все время мечтает взять... А что там? А дерево. Дерево упало. Саша все время мечтает взять за 7000 пилу себе. 7-10, сколько? 7-10. Ну вот распилили и проехали, куда нам надо. Ну теперь это надолго, наверное. Конечно. Теперь надолго. Да. Ой, смотри. Ой, молодец. Самарочка, молодец. Она же, это женщина. А, женщина. Добрый день. Что это вы снимаете? А? Что это вы снимаете? А вон там работают. Что? Говорю, работают. Дорогу освобождают. Вы тоже слизнули? Мы сюда пытались, когда ехали в начале, но у нас нету пилы. В лесу упало дерево и перегородило дорогу. И не проехать деревушку, которая за этим лесом. Вот люди приехали, привезли пилу и теперь освобождают дорогу от этого дерева. Да нет, 8 она была лет 10 назад. Вот так. Да. Что так, дерево на дороге? Ну да, так спилить так, надо. Мечтать не вредно, она же дорогая. А сколько она стоит? Ну, сейчас. Ищем. Да не. Да, 8 она была раньше. Лет 10 назад. Вот так. Да. Спасибо хорошее. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас поедем туда. Посмотрим. Да, хочешь съездить? Конечно. Как хорошо. Ну, счастливенько. Они, это самое, из Телешей, они, может, у них там дача, может, да, и они заберут там эти, дома. Они заберут эти дерево сухое и в баню. Потом. Она говорит, береза нужна для этого. Конечно. Она и это пойдет. Ничего страшного.